под ног Христа с бедою, с которою пришел ты в его дом. Он может сделать для тебя такое, что от тоски ты будешь исцелен. Он может сделать для тебя такое, что от тоски ты будешь исцелен. Не уходи от ног Христа заботой, с которою пришел ты в его дом. Ослабнет боль и тяжесть его гнета, когда ему ты скажешь обо всем. Ослабнет боль и тяжесть его гнета, когда ему ты скажешь обо всем. Не уходи от ног Христа с обидой и камнем преткновения души. Смотри, как смотрит на него Мария, и тот же миг подарит он тебе. Смотри, как смотрит на него Мария, тот же миг подарит он тебе. Не уходи от ног Христа с грехами, ожесточенным, гордым и глухим. Он ждет, когда ты скажешь со слезами о том, как ты виновен перед ним. Он ждет, когда ты скажешь со слезами о том, как ты виновен перед ним. Уходи от ног Христа распятый, не уходи с пораненной душой. Стань перед ним, как стал однажды мытарь, и ты пойдешь оправданный. Ты пойдешь оправданным.